Проект «300 талантов для королевы» включает в себя 4 этапа. Первый – это отбор способных к легкой атлетике детей в общеобразовательных школах преподавателями физкультуры. Второй – региональный тур, свидетелем которого и стала наша съемочная группа. Здесь уже специалисты легкой атлетики тестируют юных кандидатов, прошедших первичный отбор, и определяют, кто из них достоин приглашения на учебно-тренировочный сбор, который пройдет во время осенних каникул. В целом, дети, которые участвовали в этом тестировании, были хорошо подготовлены, а некоторые ребята удивлялись своими уникальными способностями. Например, в прыжках в длину с места 10-летний мальчишка прыгнул на 2 метра. Это очень впечатляющий показатель и хорошая заявка на успешную профессиональную легкоатлетическую карьеру. После регионального этапа, как мы уже говорили, учебно-тренировочный сбор для талантливых школьников. Ну а после, как завершающее действие, состязание «Рождественские старты», которое пройдет в Минске, где соберутся все 300 талантов белорусской легкой атлетики, которую еще называют «Королевой спорта».